третий звонок. Скорее доставайте сотовые телефоны. Настраивайте камеры. Да-да-да, мы уже начинаем. Мы начинаем отчетный концерт образцового художественного коллектива детской эстрадной песни «Восьмая нота» городского дворца творчества детей и молодежи. Thank you.
Тянутся, тянутся рекою вдаль, бескрайние просторы моей страны. Стелятся, 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 как будто шар, ковыльные узоры, в них цветы. Пенятся, пенятся, пенятся над головой, забудчивые норы и за боком. Странные просторы моей страны. Тянутся, тянутся, тянутся. Моя родина.
тільки били. Родители.
буду вручать остальным. Договорились? Нет, я начну с родителей. Потому что без родителей мне не было, наверное, сейчас вообще ничего. Ксения, с твоих. Уважаемая Наталья Анатольевна, примите выражение нашей признательности и уважения и вашу отзывчивость и неиссякаемую энергию, посвященную воспитанию вашей дочери Кивеньковой Ксении. Успех человеку, безусловно, заслуга его самых близких людей и незаметными, на первый взгляд, ежедневными усилиями, трудом, терпением и ответственностью. Мы благодарим вас за творческий подход и активную жизненную позицию. Выражаем надежду на то, что ваша созидательная деятельность на благо образцового коллектива детской эстрадной песни «Восьмая нота» Дворца творчества детей и молодежи будет продолжаться и в дальнейшем. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Вручается свидетельство Тивеньковой Ксении и благодарственное письмо маме. Александровне, Ксения, что-то я прозабыла про твое отчество, да? Ладно, Мирославе. И уважаемая Ирина Сергеевна и Александр Васильевич. Волнуется, она даже не слышит меня. Лида, это тебе. Вручается свидетельство Кузьминой Лидии и уважаемый Алексей Викторович и Марина Иосифовна. Прозорой Анфисе и благодарственное письмо Екатерине Николаевне. Посмотрите, это маленькая-маленькая нота. Я благодарна своим родителям за то, что они нас поддерживают всегда и в любую минуту. Потому что они не только помощники, но и они еще участники нашей жизни. И сейчас вы точно в этом убедитесь. Тихомировой Кристине и Любовь Сергеевна Денис Валерьевич. Пожалуйста, вынеси нам подарок.
Да. Мария Владимировна очень любит рояль в кустах. Вот я сегодня такой небольшой рояль в кустах. По поручению Аоли Шульнёв, от нашего многочисленного, многотысячного коллектива, вы наш давний партнер творческий. Мы вам желаем процветания. Вы действительно восьмая нота, заслуженная, признанная, образцовая восьмая нота. Мария Владимировна, вам знак уважения. Спасибо за ваш труд. Спасибо, я вам за большое. Вы остаетесь, да? Вы обещаете? Yeah.
играешь на скрипке. Попробуем. Скрипка. Аккордеон. Прекрасно. А теперь под музыку. Выступает Железногорский большой оркестр. Скрипка. Барабан. Аккордеон.
хорошо говорила. Нет, у меня вообще не понравилось. Если бы 15 дней поднялось.